Привет! Меня зовут Аня, и мне очень-очень приятно приветствовать вас на своем канале Plants and Me. Это канал, посвященный комнатным растениям, жизни с комнатными растениями в самой обычной городской квартире. Добро пожаловать в очередной мой влогмас, такое новогодне-рождественское видео, цветочный влог, но с тематикой такой более праздничной. И мне кажется, что сейчас, как никогда, наверное, уместно будет поучаствовать в эстафете, в которую меня любезно пригласили, мне безумно приятно. Это эстафета цветочных блогеров. Запустила всю эту активность Анна Перматова, а эстафету мне передала Татьяна, автор канала «Дружить с растением». Татьяна, передаю вам привет. Спасибо большое за такую рекомендацию меня. Мне, правда, было очень-очень приятно. Что же из себя представляет эстафета? Такая вот эстафета цветочных блогеров. И для чего она вообще нужна? Нужна она для того, чтобы рассказать о, может быть, каких-то не очень известных, еще пока что небольших каналов о растениях, как комнатных, так и не только комнатных растениях. И таким образом немного друг друга поддержать в преддверии Нового года. Мне кажется, это очень приятная, действительно прекрасная традиция. Знаю, что такие эстафеты на Ютубе существуют, но именно вот в цветочной и сама я принимаю участие впервые. Из чего же она состоит? Условно можно разделить на две части. В первой я отвечаю на три вопроса. И во второй я передаю эстафету другим цветочным блогерам здесь на Ютубе. Людям, которые ведут Ютуб-каналы о растениях. Не буду томить, начну отвечать на вопросы. Первый вопрос – рассказать о себе, кто я, откуда. Ну, так, вкратце, немножечко себе. Я живу в Санкт-Петербурге, и комнатные растения – это мое хобби. То есть я не являюсь профессионалом, по образованию я искусствовед. И, соответственно, да, у меня нет профильного, специального какого-то агрообразования, но я считаю, что это не преграда для людей, которые хотят заниматься растениями, как комнатными, так и не только комнатными, всякими садовыми. Тут мне сразу хочется перейти ко второму вопросу, чем я конкретно могу быть полезна, ну, то есть направление, какими культурами я увлекаюсь, чем являюсь профи. Я, конечно же, не считаю себя профи. Тут скорее, когда меня спрашивают каких-то прям глубоких советов, чувствую себя немножечко самозванцем, хотя, бесспорно, у меня уже есть некоторый опыт. Маленький или большой, мне сложно судить, но я считаю, что очень неплохой. Я достаточно сильно продвинулась все-таки в выращивании комнатных растений, но это процесс бесконечный, и учиться можно, конечно, постоянно, тем более, если пытаться погружаться в это все очень-очень глубоко. Поэтому, конечно, прям профи я себя не считаю. Направление, ну, то есть какими растениями я увлекаюсь, прежде всего, наверное, это ароидные. У меня очень много декоративно-лиственных антуриумов, филодендронов достаточно тоже много, есть алоказии тоже немаленькое количество. Ну, все относительно, для меня приличное количество. И также довольно много хой. В целом, наверное, сейчас дома у меня где-то порядка, может быть, 140 растений. Чем же я могу быть полезна? Думаю, что для многих, кто смотрит мой канал, смотрит давно, я ассоциируюсь с темой растения в интерьере, потому что она меня действительно всегда интересовала. У меня нет дизайнерского образования, но я считаю, что у меня неплохая насмотренность. При этом, когда я уже стала прям сильно-сильно увлекаться растениями, то, конечно, я поняла, что вот так все время нахожусь где-то на грани, балансируя между желанием приобрести еще 2-3, там, не знаю, десяток новых растений и стремлением гармонично разместить их в квартире, хорошо их как-то симпатично вписать в интерьер. И да, я уделяю этому большое внимание, люблю всякие красивые горшочки, подставочки, вот это вот все. Наверное, в принципе, можно у меня что-то такое подсмотреть, ну и, конечно, какой-то практический опыт, которым я делюсь на своем канале. И, наконец, последний вопрос, третий. Здесь нужно развеять какой-то миф или поделиться главным секретом успеха. По поводу мифов, я так задумалась, конечно, когда только услышала этот вопрос. И, знаете, мне кажется, действительно, интернет кишит самыми различными мифами. Но, наверное, я бы хотела обратить внимание сегодня на миф о таком понятии, как зеленая рука. Да, мне кажется, у нас до сих пор
распространено мнение, что есть вот человек с зеленой рукой, у которого все растения растут прекрасно, и человек, у которого рука зеленой не является, и ни один там череночек, ни одно растение у него выжить не сможет. Там еще про энергетику, ауру и вот это вот все. Я считаю, что это действительно миф, и под этим нет никакого серьезного вообще, вернее, никакого основания. И я считаю, что при желании, при стремлении вникнуть в какие-то нюансы, научиться выращивать комнатные растения может вообще любой человек абсолютно. Ну а по поводу секрета успеха, сложно выделить какой-то один секрет успеха, поэтому я, наверное, в целом сказала бы, что секрет успеха выращивания комнатных растений – это совокупность нескольких факторов, не знаю, сочетание агротехники, удачно подобранного субстрата, грамотного полива своевременного, подходящего конкретно для этого растения освещения и удобрения. Ну, есть еще какие-то нюансы. Вот мы подошли к тому моменту, когда мне нужно передать эстафету трем цветочным блогерам здесь на Ютубе. Я хочу рассказать вам о трех каналах, передать эстафетную вот эту палочку каналу Лил Таня. Ведет его очаровательная девушка Татьяна. Если я не ошибаюсь, он живет в Москве. Канал совсем молодой, ему буквально, наверное, 4 месяца. Мне очень симпатизирует автор. Мне нравится вот это вот спокойствие, с которым Татьяна ведет канал. У нее очень разнообразная коллекция, есть очень разные растения. Я не буду сейчас рассказывать, немножко вас поинтригую. Ссылки все на все каналы я оставлю в описании под этим видео, поэтому обязательно проходите, смотрите, подписывайтесь. Вот, поэтому Татьяну я очень хочу поддержать. Мне хочется, чтобы молодые каналы развивались, чтобы наш цветочный YouTube только обогащался русскоязычный. Следующий канал Plant Sahagor. Его автор Александра. Саша, мы знакомы лично. И, к сожалению, она сейчас не очень активно ведет свой канал. Но я понимаю, что это временная пауза. И с нетерпением жду ее роликов. У нее интересная коллекция, интересная история возникновения ее канала, ее хобби. Поэтому обязательно тоже заглядывайте. Вы наверняка найдете там и полезное, и красивое, и все вместе. И еще один канал. Канал Светлота, его автор Светлана, она тоже из Санкт-Петербурга. Со Светланой мы тоже знакомы, и я могу сказать, что это тот человек, который никогда не останавливается. Светлана постоянно экспериментирует, пробует что-то новое, новые удобрения, стимуляторы, новые субстраты, и мне кажется, это очень здорово, об этом она рассказывает на своем канале. У всех девочек, кстати, и у Татьяны, и у Александры, и у Светланы есть еще и телеграм-каналы, поэтому, если вас интересует не только видеоформат, а более такой текстовый, то вы можете заглянуть к ним еще и в телеграм-канал. Еще раз благодарю организаторов, тех людей, которые запустили эту эстафету. Спасибо огромное. Также благодарю Татьяну, которая передала мне эту эстафетную палочку. Ну а мы с вами продолжаем наше сегодняшнее видео и отправляемся заниматься всякими разными цветочными делами. Друзья, давайте поливать. Сегодня я хочу заняться своими маленькими растениями. Это сеянцы антуриумов и всякие детки алакази, алакази, пророщенные с клубней. Начнем с антуриумов. Это то, что приехало ко мне в виде семян. Вот, наверное, так как-то должно быть видно. Очень красивый вот этот гибрид. Я начинаю с самых крупных. Здесь у меня вот такой гибрид. Это Карла Блэкина Black Velvet Eastern Panama. Вы только посмотрите, какая вообще прелесть. Поливаю совсем-совсем чуть-чуть, потому что боюсь, конечно же, вот этих малышей залить. Буквально вот капельку, но зато уже с этими питательными веществами. Так, очень хорошенький. У него такой, такие красные прожилки выразительные. Просто супер. Это здесь все тайские гибриды, тайские семена, за исключением, наверное, да, только одного. Следующий тайский гибрид Anthurium bisseaf на Мишель. Один из самых крупных. У меня причем две такие семечки. Сейчас я так чуть-чуть полью.
Очень хорошенький. Смотрите, покажу второй. Покажу, какие они разные уже даже сейчас. Вот вы видите, как сильно они формы отличаются. Этот более такой широкий, круглый листик, этот более выпуклый. Тут тоже какая-то фактура немножко другая. В общем, они отличаются уже в таком возрасте. А что уж говорить про взрослые антуриумы. Вот, такие пупсики очень хорошенькие. Так, это одни из самых крупных. И еще из крупных у меня вот такой гибрид от Элины. Здесь, по-моему, Red Dark Phoenix на BCAAF. Или наоборот, я могу путать. Тоже его немножко полью. Хорошо растет. Смотрите, какие у него красные ножки. И тоже крупный листик. Уже прожилки тоже видны. Красненькие. Так, это вот то, что из самого крупного. Из немаленьких еще такой вот клон. Это именно клон. Поливаем его. Тут нужно было чуть побольше. И всякие малыши. Так, есть вот такой у меня еще. Это Карла Блейкина Ace of Spades. Ну, тоже нормально растет. Не такой крупный листик, как у второй Карлы, второго гибрида с Карлой. Но, тем не менее, тоже очень даже неплохо. Вот хорошенький листик, тоже у него красные такие прожилки. Это вот такой гибрид. Так, тоже поливаем. Есть у меня вот такие семена. Это несколько, наверное, самых медленных семян. Такое случается. Здесь Hofmanni на Magnificum и на Ace of Spades. Медленные достаточно у меня почему-то, но на самом деле я думаю, что моя вина тоже в этом присутствует. Я довольно резко их пересадила. Не то чтобы резко, пересадила не совсем правильно. Слишком большой объем субстрата и достаточно такого плотного. И я вижу, что стали они немножко даже желтить листики, и это такое свидетельство залива. И недавно вот как раз я взяла их, пересадила, вот три такие семечки. Ну, они разные, но просто в одно время были мной куплены. Это Ace of Spades Dark. В общем, да, я их пересадила в более рыхлый грунт, и думаю, что сейчас они должны себя чувствовать лучше. При этом я посмотрела корневую, там очень мощные корни, честно говоря. Очень-очень такие крупные, я даже не ожидала. Еще такой товарищ, папиллиламинум на Red Spider. Тоже достаточно, кстати, крупный листик, не самый крупный, но в целом не маленький. Также у меня здесь растет филодендрон Бурлимаркс Фэнтези. Его бы, конечно, по-хорошему нужно уже ставить на опоры уже достаточно давно. Вот. Но у него очень красивые такие, смотрите, листики, очаровательные. И за локазию у меня здесь Black Stem варигатная. Неплохая у нее варигатность. Вот, есть такие листики наполовинку. Есть, ну, здесь больше зеленого, но все равно пятнышко белое есть. В целом неплохо. Я покупала клубни. У меня растет не очень быстро, возможно, и не хватает питания. Вот такие вот у меня тут детки, антуриумные преимущественно. Ну, еще покажу вам, раз уж открыла, покажу вам бегонию, единственную бегонию здесь. Очень красивая. СП Саравак, просто роскошная красотка. Хочу как-нибудь все-таки дозреть для того, чтобы для бегонии сделать какой-нибудь хотя бы мини-флорариум, чтобы любоваться ими всегда, а не только, когда открываешь контейнер. Есть сейчас три красивые очень бегонии, которые как раз хорошо бы смотрелись со флорариумом. Ну просто роскошь какая-то, да, друзья? Вообще великолепно. Ну и мои алоказевые детки, которые я вот как раз недавно пересаживала. Так, это, по-моему, мело. Тоже немножко я так полью, совсем чуть-чуть. Это Полли. Смотрите, кстати, уже какие корешки. А пересаживали мы с вами совсем недавно, наверное, в первом влогмасе. Так, это, наверное, я думаю, что серебряный Silver Dragon, серебряный дракон. Тоже уже корни вовсю идут.
В тепличках, конечно, хорошо очень растут алоказии, никаких вообще сложностей с ними. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy. Spirits are light. I am sitting here thinking, alone with my drink, as I do this time of the year. Do you remember when love was around, when we were aglow, the talk of the town? When I'm sitting here drinking, I can't help but think about you, about us, as I do this time of the year. Приближается Новый год. Сегодняшний влог у нас является последним в этом сезоне. Я очень рада, что решилась на выпуск таких видео. Реакция была, честно говоря, неоднозначной. Были поначалу какие-то еще такие немножко негативные, какие-то комментарии, какие-то ко мне претензии, вопросы. Но все-таки основная часть, практически все, наверное, комментарии были очень такими поддерживающими. Я рада, что многим из вас эти видео понравились, потому что действительно старалась вкладывать в них душу, создавать какую-то такую праздничную атмосферу. При этом, знаете, самое интересное, что у меня осталось чувство недосказанности. Если поначалу, перед тем, как приступить к съемке, я переживала, что мне не хватит фантазии, там, не знаю, не хватит локаций, то в итоге получилось так, что я сняла, наверное, меньше, чем вот, наверное, мне даже хотелось. Но я думаю, что это здорово, это хорошо. У меня останется такой вот, знаете, запас на следующий сезон. Я буду понимать, что можно смело приступать к такому формату, можно снимать, не бояться. И надеюсь, да, что в следующем сезоне, в конце 2024 года, еще будут новые влогмасы. Но сейчас, друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающими праздниками, пожелать всем, наверное, прежде всего, я думаю, здоровья. Сейчас, вероятно, многие болеют, я тут немножко тоже захворала, не в лучшей форме сегодня, но не могла не снять это видео, поэтому желаю всем выздороветь, прям к Новому году, встретить его в полном вообще здоровье, здравии. И желаю всем, наверное, мира, всяческого мира, новых ярких впечатлений, путешествий, событий, исключительно положительных вообще эмоций. Друзья, спасибо вам за то, что были со мной в течение этого года, и надеюсь, что мы продолжим наше общение в следующем. С наступающим, и увидимся уже в следующем году. Всем пока-пока!